этом году поддерживает наше замечательное мероприятие, да, поэтому... И у нас есть несколько интересных, конечно, и мы должны их озвучить. Я уверена. Читай, Митя, читай. Секция БДСМ приглашает на открытые занятия всех заинтересованных танцоров. Митя, какой БДСМ? Ты уверен? Это личные люди. Посмотри, дайте мне это. Нет, я тебе говорю, все прилично. БДСМ – бальмо для свингующих москвичей. Наш постоянный, опять-таки, участник всегда вспоминает с большой теплотой наш спонсор. Танцевальная обувь фирмы «Мозоль» объявляет конкурс на новое название. Прекрасная возможность для вас. Может, они щеколок поменяют. Новый порог. Отлично, да. А у нас на очереди третий атрибут. Известный производитель танцевальной одежды и аксессуаров «Арчинник» в Нижде объявляет о выпуске съедобных кружевных трусов. Съедобные кружевные трусы черного цвета со вкусом черной смородины обеспечат вам полную конфиденциальность во время вечеринки и гарантируют легкий перекус после ее завершения. Заканчивать нашу следующую часть. Ансамбль песни «Пляски ладушки». Пчелочка! Пчелочка! Следующий номер.
Beauty Team How to Dance. Встречаем! Thank you.